Добрый вечер. Это программа «Главное». Меня зовут Мария Левченко. И гость сегодняшнего эфира – председатель партии коммунистов Владимир Воронин. Добрый вечер. И очень признательна вам, что вы приняли мое и наше приглашение, что вы здесь, в этой студии, притом накануне столетия Октябрьской революции. Вам, наверное, есть что сказать по этому поводу. Да, добрый вечер. Я очень благодарен, что наконец-то вы меня пригласили. Я почему-то у меня сложилось мнение... Как же наконец-то, Владимир Николаевич? А потому что в одно время у меня сложилось мнение, что вы меня решили проигнорировать. Потому что вы были 2 недели очень назад на нашем канале у Георгия в эфире, у Георгия Гонца. Другой модератор, другой все. А вот вы лично давно-давно не хотели меня приглашать. Вы считаете, я не хотела? Да. Я очень рада тому, что вы здесь. Обычно я приглашаю людей в зависимости от накопившихся тем к обсуждению. Нам все-таки нужно обсуждать определенные события. Мы не можем просто... Я бы с удовольствием с вами бы просто побеседовала. Это всегда приятно. Но вот вы сегодня здесь, потому что нам есть что обсудить. Поэтому я вас пригласила. Итак, завтра отмечается столетие Октябрьской революции. Я понимаю, что для партии коммунистов и для вас это значимое событие, важное событие. Я вам благодарен, что вы об этом помните и отмечаете это, потому что многие не помнят своего родства, а все мы дети октября, все мы из октября, как бы кто ни представлял себя в парламенте или в правительстве, или в обществе, наша родословная, наш генетический код оттуда, из октября 1917 года. И, конечно, есть что отмечать. Мы завтра собираемся традиционно у памятника Ленину, 10 часов на Молдэкспо, и будем об этом говорить. Но мы не только завтра, мы весь этот год, еще на 8-м съезде по нашей партии в прошлом году, объявили годом столетия Великой Октябрьской социалистической революции. И у нас в течение года было очень много различных мероприятий, посвященных этому величайшему в истории человечества событию. Неделю назад буквально мы провели научно-практическую конференцию, в которой приняли участие делегации из 15 стран Европы, партий левых. На второй день мы провели торжественный пленум, посвященный столетию Великого Октября. Так что весь год, и кроме под знаменем Октября, кроме того, у нас есть специальный призыв в партии. Вступает очень много людей в партии, и именно сейчас... канун этого величайшего праздника. Поэтому я не знаю, как мы закончим передачу. Я думаю, что будет так же хорошо, я как думаю, мы ее мирно, начали. Да, но я пользуюсь возможностью и благодарен вам за передачу именно накануне 7-го, именно сегодня. И, конечно, поздравляю всех наших граждан нашей страны с этим величайшим событием в истории человечества. Это на самом деле величайшее событие, потому что изменило мир, потому что мир стал другим после Великой Октябрьской социалистической революции. Другое дело, как кто воспользовался результатами той величайшей революции, после чего было построено первое в мире социалистическое государство, Союз Советских Социалистических Республик. Но это вопросы, так сказать, развития, это вопросы динамики. Но главное, примите мои искренние поздравления все. И члены партии, и не члены партии, те, которые были в партии, те, которые ушли из партии. Все граждане Молдовы, я от души вас поздравляю с этим величайшим событием. Все равно у всех в душе оно хранится, воспоминания, оно помнится и будет помниться на веки веков. Интересно, что президент России Владимир Путин не празднует это событие, столетие революции. То есть, да, он делает разные заявления, но каких-то масштабных празднований на уровне президентуры Российской Федерации не запланировано никаких на завтрашний день. Масштабные праздники проводит Коммунистическая партия Российской Федерации. В этом праздновании, в этих праздниках они начались в Санкт-Петербурге. 4 числа. Вчера они переехали в Москву, и сегодня, и завтра они будут проходить в Москве. Вот, участвует и наша делегация в этих праздниках. Очень масштабные праздники. Праздник. Но на уровне партии коммунистов. Делегации из левых коммунистических, рабочих, социалистических партий. Больше 120 делегаций сейчас в Москве находится на этом праздновании. Там огромный объем мероприятий, огромное, так сказать, внимание этому празднику. А Владимир Владимирович, по своим убеждениям, либерал.
Поэтому он... Думаю, многие сейчас удивились вашему заявлению. Думаю, многие удивились вашему заявлению. Не, ну это так есть на самом деле. Путин либерал, да. Это не критика, это констатация. Да, поэтому, видимо, у него и такое отношение к Октябрьской революции. А может быть, это и, так сказать, внутренняя политическая ситуация России. Здесь как подойти, как оценить? Большинство аналитиков, которые высказываются насчет того, почему нет официальных торжеств на уровне президента России, торжеств, посвященных столетию революции, считают, что это связано именно с внутриполитической обстановкой в самой России. Да, вы извините, Мария, но здесь есть еще один нюанс. Владимир Владимирович, Путин работает над консолидацией всего российского общества. И даже в этой ситуации я очень высоко оценю его в том плане, что он, несмотря на всякие призывы ультралевых, ультрарадикалов и прочих, о закрытии мавзолея и о выносе тела Владимира Ленина, он не дает согласия, он не разрешает делать это. За это ему, конечно, очень большая признательность. Хорошо. Я почему попросила вас с этого начать наш эфир? Дело в том, что вы тоже сказали, что проводите ряд событий, посвященных столетию революции. И вот на одном из, наверное, это круглый стол должен был быть, на одной из конференций, скорее так. Конференции. Вы не дождались одного из приглашенных вами гостей. Речь идет об экономисте Делягине, Михаиле Делягине, который по прилету в Кишинев не смог попасть, собственно, на территорию нашего города, потому что в этом ему было запрещено. Прежде чем мы обсудим все детали, потому что вы обращались к госструктурам с соответствующими заявлениями или требованиями о разъяснении, хочу вас спросить, когда вы пригласили Делягина и поняли, что ваш гость уже прилетел, но не может, собственно, выйти за пределы аэропорта Кишиневского? Ну, даже из самолета не разрешили выйти. Не разрешили выйти. Какая интересная деталь. Вы что почувствовали, вы лично? Как вы себя почувствовали в этот момент? Вы председатель партии коммунистов, дважды президент. Теперь особо популярно ссылаться на ваш период правления Республики Молдова. И люди говорят, вы сами заметили, даже Михаил Гимпу в шутку говорит, что вот когда был Воронин, такого не было того, что происходит сейчас, не в шутку. Это не в шутку, всерьез. Да, ну просто Гимпу это не свойственно, поэтому смотрелось интересно. Вы как себя при этом чувствовали? Потому что предположить, что такое может с вами произойти, мне было сложно. Поэтому хочется узнать ваши ощущения на тот момент, какие были. Здесь вопрос не в одном Делягине. Здесь вопрос во всей этой системе построения власти, которую мы имеем и которую мы наблюдаем сейчас с вами в Молдове. И мы, это не только я и вы вдвоем, но все граждане страны. Это беспредел, это не подчинение никаких законам, начиная с Конституции. Они за период только с 2011 года 13 раз лезли варварским методом в Конституцию, изменяли Конституцию по своему усмотрению и по своему желанию, превратили Конституцию в прислугу своих интересов. И поэтому для них не существует ничего, никаких, так сказать... Ну, вы же не могли предположить, что человека не пропустит? Более того, Михаил Делягин был много раз в Молдове. Угу. И был много раз не только по нашему приглашению, по различных мероприятиях. Более того, он имел на руки наше приглашение. Тут для этих, я бы сказал, унтер-пришибеев, которые сегодня занимают эти должности, для них ничего нет святого, ничего не существует. Для них существует его кресло, которое ему дает барыши многомиллионные, которое ему дает доходы. И он больше ничем. Слепо, манекены, автоматы, прислужники этих халуи этой власти. И больше никто ничего. И поэтому они готовы выполнять любое указание. Я же ему в этом письме написал, этому министру внутренних дел, что ты, когда стал министром, ты принес присягу. И там написано, что ты клянешься соблюдать законы Республики Молдова и свято чтить Конституцию. На основании какого закона, я вот хочу получить от него ответ, я добьюсь ответа. Он действовал в этой ситуации, да и не только с Делягиным, во многих случаях. Нашли с кем бороться, понимаете? Здесь эти бандюганы и все, что хочешь, на каждом шагу насилуют, убивают, грабят, воруют и так далее. Им некогда с ними бороться, воевать.
Нашли знаменитого российского ученого, профессора, понимаешь. И вот... Ну, вы были возмущены в этой связи, вам было неприятно, вас это оскорбило. Ну, я бы иначе не написал бы ему это письмо и с напоминанием о том, что он приносил присягу на верность молдавскому народу и соблюдение законов и конституции. Вот я посмотрю, как он сошлется, да какой закон он сошлется по отношению к Делягину. Сколько вы уже ждете ответа? Ну, когда конференция была, в субботу исполнилась неделя, он в пятницу должен был прилететь, уже практически сегодня 10 дней. Уже 10 дней, а ответ должен быть в течение 14 или ну, по-прежнему нет. Это просто расплывчато вообще, разумные сроки? Если с точки зрения порядочности человека, и вот вы напомнили о моем статусе, то он должен был написать на второй или на третий день ответ. Меня удивляет, что... Объясниться должен был. Несмотря на то, что это был ваш гость, вы не пропустили, что до сих пор вы не получили ответа. Говорите, что прошло 10 дней, люди не спешат объясняться с вами. Мне вновь хотелось бы, чтобы вы рассказали нам, как при этом вы себя чувствуете. Ну, я это не первый раз. Я в каждое заседание парламента вижу эти безобразия в парламенте. Когда поступает команда голосовать, они автоматически голосуют. Собственно, для чего их всех и купили, и перебродил этот парламент вертормашками, и все остальное. Это система, сложившаяся. Это не только отношение этого министра. Это такая же хамская система со стороны практически большинства министров. Вы что думаете, что министр социального обеспечения входит в положение тех граждан, которые к нему обращаются каждый день или поступают какие-то заявления? Вы что думаете, что другие министры лучше относятся к людям? Или обращают внимание на их просьбы или на их пожелания? Да нет такого. Ну, а вы ждете ответа? Потому что по вертикали так все построено. Ждете ли вы ответа по-прежнему со стороны министра внутренних дел, от которого вы попросили объяснение, почему вы Делягина? Ждем ответа. Не пропустили. Да, и я думаю, что будет ответ, куда он не денется, тем более, что он... Ну, формальный какой-то будет. Тем более, по-моему, он, да, судя по его возрасту, уже был в органах внутренних дел, когда я был министром внутренних дел. Даже это должно его, так сказать, совесть разбудить. Если она у него была тогда, и он ее сумел сохранить до сих пор, если он ее променял на особняки, на миллионы на совесть, и так простите, далее. Что я вас перебиваю. Вы да, я вот совесть? Такой наивный остался, продолжаю рассчитывать, что у людей должна быть совесть, особенно когда занимает такие высокие должности. Вы говорили уже совсем недавно, что в Молдове сложилась предреволюционная ситуация. Меня это несколько удивило, я вам скажу прямо. И далее вы поймете, почему. В чем для вас выражается вот эта предреволюционная ситуация? А потому что, анализируя, готовясь к... и доклад готовлю, подготавливая доклад к торжественному заседанию, посвященному столетию октября, мы... Перелопатель проводили конференции на разные, да, эти темы. Перелопатель очень, как говорится, очень большой объем материалов. И практически та ситуация, которая была в далеком 1917 году, практически она один к одному совпадает с той, что мы наблюдаем сегодня в Молдове. Такая же неспособность власти, такая же коррумпированная власть. Такой же беспредел, который был, такая же неуправляемость всеми всякими вчера. И так далее. Такая же социальная неудовлетворенность людей, такое же издевательство над народом. Здесь я могу сослаться не только на примере Великого Октября, это очень для нас, коммунистов, важно. Я могу сослаться и на декларацию о правах человека, которую приняла Организация Объединенных Наций еще в далеком для нас уже, для вас тем более, судя ваш молодой возраст, в 1948 году. Декларация о правах человека, его еще называется Билл о правах человека. Один абзац из этой декларации выбит на огромном камне, где-то высотой 8 метров, у входа в Нью-Йорке в здание Организации Объединенных Наций. Пытаюсь понять, к чему вы клоните. Пытаюсь понять, к чему вы ведете. Я объединю сейчас Октябрьскую революцию вот с этим Биллом о правах человека. Я его сам там стоял и читал. И там написано, что власть должна так действовать и так работать, чтобы не вынуждать людей прийти к протестам в виде восстания. Там назвали восстание. Восстание и революция – это синонимы.
Вот в 1948 году, 17-й год, сегодняшний, что переживаем мы, 2017 год, это аналогии исторические, которые можно их объединить вместе и говорить о том, что уже терпение молдавского народа на исходе. Я думала, что это конкретное вот навело вас на мысль о том, что сложилась революционная ситуация. Нет, конкретно я вам не скажу дату, когда мы поднимем революцию в Молдове. А, вы все-таки собираетесь. Но к этому идет. Да нет, да даже может случиться стихийно самое страшное. А сколько люди будут терпеть этот беспредел? И это, ну, видите, уезжают из страны. Это те, которые малодушные, те, которые видят, что тупик, уже больше нет никаких выходов. А есть такие, которые серьезные, люди, которые готовы, так сказать, решить этот вопрос иначе. Вы осуждаете тех, кто уезжает из страны в поисках лучшей жизни? В какой-то мере, да. Почему? Да потому что... Государство не предоставляет им того, чего бы они хотели, они ищут себя в другом месте. Так они тоже виноваты в том, что государство им не предоставляет то, что им нужно, не то, что хотели. Хотеть много можно. Можно многое. То, что им нужно. А когда это они, так сказать, повели себя так? Тогда, когда голосовали. Один раз они голосовали неправильно, второй раз неправильно. Неправильно это в смысле того, что не тех избрали. Вот я о чем говорю. Я понимаю, что люди... теперь они уходят туда, а некоторые борются за то, чтобы им там создавать избирательные округа. Угу. Чтобы они опять там неправильно голосовали. Угу. То есть все дело в неправильном голосовании. Все дело в том, что народ не осознал, что от них зависит, какая у него в стране власть. От них зависит, кого они избирают. Они, никто же не приходит насильно. Ну а политический класс никакой ответственности не несет? То есть... Вторично. А, то есть он ответственность вторичная, да. Он несет ответственность в выборной кампании, что лапшу на уши вешает людей. Первое, что он делает. Вот этот, так называемый президент. Я вам обещаю, я сделаю, я до конца года, я туда, я сюда, я восстановлю с теми. И сейчас, смотрите, он катается, там, ему срочно нужен был Папа Римский, потом ему срочно нужно еще куда-то что-то. И вот и всех обещаний ноль. А люди поверили, люди подались на эти обещания и проголосовали. Я вот об этом толкую. И потом они сами проголосовали, сами видят, что за кого, черт знает, за бездарность какую-то проголосовали. И вместо того, чтобы бороться дальше, они уезжают из Молдовы. Вот в этом плане я осуждаю. Но им же нужен лидер какой-то, чтобы бороться людям, предводитель какой-то. Им предлагают. Как они должны бороться? Да, они голосуют, не получается, уезжают. Мария, они имели возможность убедиться в том, что коммунисты власти – это состоятельная сила, это нормальная творческая армия людей, которые то, что сказали, то и делали. Мы проанализировали, что мы говорили в выборную кампанию 2000 года, потому что выборы состоялись, вы знаете, парламентские в конце 25 января 2001 года, а кампания была уже в декабре, ноябре-декабре 2000 года. Мы проанализировали наши обязательства перед выборами, так мы их выполнили больше, чем в 4 раза по объему. Потому что жизнь гораздо шире, гораздо разнообразнее, чем мы можем сегодня сказать, что будет через 4 года. Вот. Но это мы все выполнили. Мы смотрели в ногу с жизнью, что происходит, как мы оценим, и какие меры надо принять, чтобы улучшить те или иные стороны жизни. Все равно людям нужны лидеры для того, чтобы осуществить какие-то перемены. Так у них были лидеры. Почему они так это проголосовали за того, который сидит в тюрьме сейчас на 9 лет? Проголосовали за те, которые сидят вот в парламенте и штампуют это. Проголосовали за те, которые в Конституционном суде, так сказать, изменили вверх ногами Конституцию. Проголосовали за те, которые продают страну румынам оптом и в розницу в каждый день через Смотрите, эту унификацию. Потому что у нас искренний разговор, я вам скажу прямо, вот какая картина по мне складывается. Если вы не согласны или, может быть, что-то измените в этой картине, скажите, пожалуйста. Вы говорите, с одной стороны, что ситуация предреволюционная. Я что вижу? Вижу, что да, события стали очень контролируемы, можно предсказать, как будут они развиваться в дальнейшем, потому что есть партия, которая задает тон, все остальные почему-то ей подыгрывают, хотят того или не хотят того.
Вы критикуете то, что происходит в стране, говорите, что предреволюционная ситуация создалась. Вашего гостя, вот я на вашем примере сейчас объясню, может быть, вы поймете. Вашего гостя не пускают, ваш запрос игнорируется пока что. Хочется верить, что вам ответит в кратчайшие сроки министр внутренних дел и объяснит, почему Делягина не пустили в Кишинев. И как-то все замерли в ожидании чего-то, чего непонятно. Многие говорят... Вы уже успели выступить с критикой президента Игоря Дадона. Многие говорят, что вы, коммунисты, могли бы сейчас воспользоваться ситуацией и сделать то, чего не делают социалисты. Или, не знаю, вновь стать альтернативой тем партиям, которые сегодня у власти. Но вы сидите передо мной, и мне кажется, что вы даже не хотите этого. Что вы как будто ждете, чтобы, ну, пусть голосуют. Мы же им вот показывали, пусть голосуют. Каким-то даже не авансом, а наоборот, задним числом пусть голосуют. Пусть вспомнят все, что было, а вот мы уже достаточно сделали. Я не понимаю, что будете делать вы, или вообще собираетесь ли вы что-то делать, пока этого не чувствую. Для того, чтобы, возможно, взять хороший результат на следующих выборах. Хотя это будет сложнее, чем было, мне кажется. Наша партия действует в рамках существующих законов и в Конституции. У нас парламентская республика, несмотря на то, что вот изнасиловали Конституцию и разрешили избирать президента напрямую, она все равно сохранилась как парламентская республика. Эта форма ее не изменилась. И мы сейчас готовимся к следующим парламентским выборам, которые состоятся уже меньше, чем через год. А не сидим и ничего не делаем. Ну, не видно ничего. Вы понимаете? Вам же сложно, я понимаю. У вас нет СМИ своих, нет медиа. Вы не можете... Вы сами отвечаете на свой вопрос. То есть вы должны работать еще больше, чем работают другие партии. Вы сами отвечаете на свой вопрос. Мы работаем больше, чем другие партии. У нас самая структурированная партия. Вот. Такой структуры ни в одной партии нет. А в чем это выражается? Потому что, может партии, быть, этого не видно, действительно, в отсутствии партии СМИ. Это спичечные коробки, угу, которые рухнут от первой же зажженной спички и так далее. Не видно, потому что медийное пространство, вы хотели сказать, но остановились, разделено сейчас пополам. Между демократической партией и между социалистами. Социалисты без сколько-то один. Есть еще пару телеканалов независимых. Ну, есть один там совсем независимый, но от него действительно ничего не зависит. Вот. Они разделили между собой это медийное пространство. Вот вы меня пригласили. Да. А партии демократические, начиная с, не буду им рекламу делать, со всех остальных, имеют запрет. Даже имеют запрет Молдова-1, национальное телевидение Молдова, имеет запрет на приглашение коммунистов в своих передач. Не только Воронина. У нас есть и другие люди, которые достойно могут выступить на передаче. Что вы с этим всем делаете? Что делаем? Протестуем, но они купили себе депутатов, создали большинство, и наши все предложения в парламент глохнут в этом протесте, потому что это большинство мафиозно коррумпировано, бандитское, за деньги их купили, они голосуют так, как им приказывают, не так, как надо было бы. Хотя сами когда-то страдали от этого всего. И все равно не делали выводы, и не делают выводы и сегодня. Поэтому я говорю, что предреволюционная ситуация, если этот беспредел, этот бардак будет продолжаться, конечно, уже придется искать и другие методы. Тем более, что вся эта публика очень трусливая, и даже не нужно крейсер «Аврора», потому что по реке Быкова не проедет. Вы про что сейчас? Про что вы сейчас? Я говорю про эту публику в парламенте, которая во власти, не только в парламенте, которая во власти, в целом очень трусливая, потому что те, которые не занимаются ни тем, чем положено, знают, что надо когда-то ответить, они неадекватны в своих действиях. Теперь, вы будете говорить, что будете, уже отмечали это в ранних своих интервью недавних, что будете участвовать в парламентских выборах по новым правилам игры, по смешанной системе, несмотря на то, мы что... Мы не будем... Бойкотировать вы не будете. Мы не хотим таких правил игры. Да. Но они из страха потерять власть их придумают и протягивают за счет купленных, проданных этих политических проституток в парламенте. Это все. И поэтому они хотят такую систему. Вы видите, что даже Европейский Союз, Венецианская комиссия им закрывает кислород и говорит, что нельзя этого делать.
А тем не менее, они хотят идти, тоже создают округа, уже делят Молдову на куски и так далее. И партия коммунистов также считала, что, считает, наверное, до сих пор, что не нужно было менять систему выборов. Конечно. Но многие вас спрашивают, зачем тогда вы в них собираетесь принимать участие. Притом делаете это не только вы, это делает и партия ПАС, и партия Платформы достоинства и правда. Вот есть ряд формирований, среди которых и вы, выступающие против изменения системы выборов. Все вас спрашивают, это логичный вопрос, зачем в таком случае участвовать в этой игре? Это не только нелогичный вопрос, но неправильный, извините, пожалуйста. Все в порядке, я знаю, что вам многие вопросы кажутся неправильными. Да, неправильные. А что, мы добровольно должны поднять руки тоже и сдаться, и отдать им 100% весь парламент на растерзание? А что меняет ваше участие в прохождении в следующий парламент? Ну как что меняет? Это будет все равно слышен наш голос в парламенте. Вот сейчас вы говорите, что ваш голос тонет. Вы это сказали 5 минут назад. Но все равно он есть в парламенте. Другое дело, что ваша братва журналистская, она тоже куплена, продана. И этот голос они не выносят. Что? Я бы не стала обобщать. 99% из них. И этот голос в парламенте тонет там глохнет, и им запрещают выносить его и Почему говорить публично. Почему вы считаете, что в следующем парламенте что-то для вас изменится? Вот в чем вопрос. А что делать? Поднять руки и сдаться в плен этой мерзавцам, которые сейчас захватили всех? Ну, что за удовольствие сидеть в парламенте, в котором, как вы говорите, существует машина для голосования? Удовольствия никакого. Зачем тогда? Удовольствия никакого, но сказать им об этом, кто они такие, на каждом заседании, это мы можем. Они привыкли, по-моему. Ну, мы здесь с вами зайдем в тупик, нас перестанут слушать телезрители. Они не могут привыкнуть, потому что то, что они от нас слышат, к этому привыкать невозможно. Но слышат они очень резко, очень критику. Это во-первых. Во-вторых, то, что мы говорим в парламенте, мы потом имеем возможность через нашу газету «Коммунист» доводить до сведения читателей, те, которые читают газету «Коммунист». Потом через наши сайты мы публикуем наши выступления и все, что происходит в парламенте, с нашими оценками. Это дорого стоит. То есть вы считаете, что парламентскую трибуну упускать не стоит? Ни в коем случае. Mm-hmm. Ни в коем случае. Пока не грянет революция. Ну, и вновь. И вы ждете, когда она грянет. Ничего нет, для этого не, ждем. Не делаем. Нет, не ждем. Ну что я сейчас начну рассказывать, когда она грянет? Вы так всегда чтобы говорите, испугать, Владимир Николаевич. Чтобы испугать министра внутренних дел, чтобы он до вечера принес мне объяснение, почему Делягина не пустил в Кишинев. Угу. Да он солдафон, он просто выполнял указания. А что конкретно вы делаете для того, чтобы улучшить свой результат? Вот вы говорите, мы готовимся к выборам. Мне кажется, вот вы и здесь рассчитываете на справедливость, о которой говорили ранее. Нет, рассчитывать справедливость от нынешней власти – это утопия. Так. И это нам самим быть какими-то не совсем адекватными. Сказали, да. Но что же вы рассчитываете? Сейчас у нас вот конкретно проходит отчет о выборной кампании в партии среди первичных организаций. Известны. Я, например, вчера был в село Сирец Страшевского района. Мне очень понравилось там, очень боевая первичная партийная организация, очень боевые люди. Приняли 2 человек в члены партии во время этого собрания. Потом я приехал в Страшино, и мы впервые за все годы после нам в этом году нашей партии 22 октября было 24 года, как мы образовались, мы впервые открыли бюст Ленина. До сих пор Ленина везде и всюду уничтожали, снимали все памятники. Сейчас мы открыли памятник Ленину в Страшино вчера. Вот. Это тоже работа. Вы понимаете, что такое? Вы не помните? В силу, извините, вашего возраста, вы не помните, но Страшино это был первый и самый страшный центр унионизма, франтизма, национализма. И вот Страшино сейчас такие перемены. Я вам хочу сказать, чтобы мы перешли, может быть, и к другим вопросам. Перейдем, да? Обязательно. Да, что все-таки люди начинают понимать, кто их довел до этой жизни, что надо делать и как надо бороться против этого. Потому что у нас сегодня более 1300 первичных партийных организаций. Все равно у меня складывается впечатление, что вы надеетесь на чудо. Конечно. Через людей реализовать чудо. А кто ожидал, что у нас на выборах 2001 года будет конституционное большинство? А вот это уровень жизни, вот это нищета, вот это издевательство над людьми. Даже то, что их вынуждает уходить из страны. Это что?
их не заставят на следующих выборах одуматься, и как надо голосовать, и за кого голосовать. И они оставят власть этим, которые украли миллиарды и ничего не ищут, и оставят власть этим, которые беспредел устроили в стране форменной. Фу, я При не этом думаю. Вы сами признаете, что правила игры и изменения избирательной системы связаны с тем, что определенным партиям хочется остаться у власти. Да, очень сильно. Почему? Потому что боятся ответственности. Угу. Хочет остаться. Посмотрим. Да, мне, я еще раз повторюсь, мне не хватает тут какой-то искорки, вот, которую я бы почувствовала. Не, ну, вы хотите, да, и у нас есть Мария, план. Я вас, не я просто вас понимаю. Участвовать в парламентских выборах по тем правилам, которые задуманы кем-то, выдвигаться по тем округам, которые кем-то распределены и так далее, и так далее. А тогда зачем? Чтобы продолжать то, что происходит сегодня в вашем случае? Быть парламентской оппозицией? Основываясь на учении Ленина о революции, основываясь на его основополагающих принципах, как надо организовать революцию, учитывая, с тех пор прошло 100 лет, что мы сейчас, в какой ситуации мы находимся на современном этапе, естественно, что мы продолжаем эту работу и в том направлении, которое нужно. Но естественно, что я сейчас, вот вы хотите от меня сенсации? Ленин назвал, потому что, как он говорил, когда определял дату революции. 24-го рано, 26-го поздно, октября. Революцию надо делать 25-го. Угу. И так и сделали революцию 25-го. Угу. Но там есть потом в дальнейшем объяснение, но почему. Всегда есть риск оказаться на этапе поздно. Почему именно 25-го, не 24-го, 26-го? Так и мы будем следовать методологии Ленина. А куда? А как иначе? Можно, вы рискуете добраться до этапа поздно, вам не кажется? Вот уже Басеску вносит другие нотки во всю политическую жизнь. Все как-то очень меняется плавно, вода утекает. Таких недоразвитых агентов уничтожить нашу государственность за все эти 27 или за сколько лет? Агента кого, простите? А? Вы сейчас про Басеску говорите? Про всех. Сколько их сегодня, за эти годы мы видели, сколько их посылали из разных стран, и кто нам устраивал погромы, и кто нам устроил 7 апреля 2009 года. Это ваша любимая тема. Да. Угу. Нет, это не любимая тема, это не заживающая рана. Простите, если... Да. Это хуже, это больше. Вот. Таких было много посланных. И фонд Сороса работает постоянно против этого всего, и все другие. Вы понимаете, у нас была одна проблема в Молдове. Проблема по отношению к нашей партии. Мы единственная партия на всем пространстве СНГ и соцлагеря, которая коммунистическая по своему названию, которая пришла к власти путем парламентских выборов. Более того, мы пришли к власти, взяли власть и не потеряли власть, потому что мы были несостоятельными в этой осуществлять властные полномочия. Мы наоборот добились серьезных результатов, будучи 8 лет во власти. Нас путем вот этого мятежа, переворота от 7 апреля 2009 отвели от власти. Это кто организовал? Это те, которые организовали Югославию против Милошевича, это те, которые организовали и сейчас организовывают, и Сирию, кого хочешь. Это ваша позиция, это не какой-то общеизвестный факт. Это выводы не мои только. Это Хорошо. Выводы всех серьезных экспертов и аналитиков. Это не мои только выводы. Да, но с тех пор много воды утекло. Мы все-таки говорим о дне сегодняшнем, о том, какие у вас возможности, какие ресурсы есть у ваших оппонентов, в каких условиях вам приходится работать. И поэтому мне было интересно, может быть, действительно есть у вас какие-то козыри, о которых вы могли бы рассказать, но вы или их нет, или вы не хотите... Ресурсы, которые есть, сегодня, может быть, недостаточно для коренного перелома ситуации. Но я опять возвращаюсь к столетнему периоду. Да? В июле 1917 года вся партия большевиков насчитывала не более 40 тысяч человек. А через два месяца уже к сентябрю-октябрю. В этой партии большевиков в 17 году было 450 тысяч человек. Это вот так происходит в обществе. Поэтому я и говорю вам, я опасаюсь другого, чтобы о чем мы говорим сейчас уже с вами долгое время, не превратился в стихийный бунт.
чтобы эти люди не поднялись сами, без какой-либо партии, без нас, без каких-то лозунгов, без каких-то целей, без вождей, без руководителей. Вот это будет страшно. Мне кажется, момент упущен не вами, а теми, кто проводил массовые протесты. А мне не кажется, а мне думаю, что момент еще не наступил. Году. Еще критическая точка не подошла. А когда примерно вы чувствуете, она подойдет? Это надо рассчитать, это надо проанализировать. Прервемся на короткую рекламу, если вы не возражаете, и продолжим. Рекламу на 21 канале. Ну что ж, мы вернулись в студию. Напомню вам, гость сегодняшнего выпуска программы «Главное» Владимир Воронин, который согласился принять наше приглашение накануне столетия Октябрьской революции. Вновь благодарю вас, что вы здесь. Мы говорили с вами... Именно потому вы пришли, да? Все, поняла теперь, когда вас нужно приглашать. Это долго придется ждать. Согласна. Поэтому предлагаю лучше чаще встречаться и без повода. Мы говорили с вами о парламентских выборах. Игорь Дадон сделал недавно интересное заявление. Хочу, чтобы вы объяснили, что же это значит. Читали ли вы его интервью последнее для агентства информационного российского ТАСС? Нет. Нет? Это свежее интервью. Нет. Президент Дадон говорит. Дайте мне сказать, кроме «нет», еще два слова. Нет, я его не читаю в принципе. А, президента не читаете? Он для меня не президент. Он незаконно избран. Ну да, с этой оговоркой. Я напоминаю вам, как вам, а телезрителям, что мы призвали всех избирателей бойкотировать выборы президента. В первом туре нас 50% послушали, не вышли голосовать. А потом методом, так сказать, подкупа, методом и другими, которые имеют совершенство фальсификации, они наконец-то осуществили эту свою затею и избрали очередного неконституционного президента. Тимохтин был неконституционный президент. И это тоже неконституционный. И что мне читать, что он там бред несет какой-то? Помимо должности президента, он еще и все-таки создал партию социалистов и заявление, которое уточните слово «создал». Он создал партию. Привел к власти, давайте так. Он украл партию и у Вероники Абрамчук. Простите, неграмотно с моей стороны. Он привел к власти партию социалистов. Это не он никого никуда не привел. Так. Это его привели к власти. Давайте расставлять акцент. Те, кто был заинтересован, чтобы иметь эту пешку. Ну и вы в том числе привели его к власти. Вот вы сейчас оседлали ту волну, которая совсем не ваша. Мы к какой власти его привели? Уступив инициативу на протестах, акциях. Или отказавшись доводить протесты до революционного состояния, Они проводят протесты? Тогда ваш рейтинг сильно упал и вырос рейтинг. Они проводят протесты? Вы когда видели их последний раз на протесты? Это когда они с усатом сидели в палатках протесты. И гуляли там вечерами, да? Это был протест. Да, это были протесты. Оставьте, это были пустые палатки. Скажите, по одному почему, человеку. Кстати, хорошо, что вы затронули эту тему. Почему не проводят сейчас протесты президент или Игорь Дадон, как хотите? Буду его называть. А сейчас на протесты никого не заманишь, даже деньгами. Я говорю о них, не о нас. Мы никогда никому не платим деньги ни за что, ни за выборы, ни за протесты, ни за что. Рассчитываем на совесть и на протестную, так сказать, волну людскую. Вот. А они что не проводят протест? Вот пригласите и спросите. А я вам отвечу, даже не тратьте время на это пустозвонство. Потому что как они против себя, против своего беспредела, который они каждый день рождают и создают. Говорите. Про всех, которые у власти сегодня. Демократы, социалисты, черти кто. Вот. Как они против того беспредела, что они создали, против этой мафии коррупции, сами будут протестовать? Кричать на этом протесте громче всех «держите вора»? То есть в этом причина отсутствия протеста, вы хотите сказать? Да. Они вот партия социалистов, так, почему так будут действовать? Проводят? Приходите кричать «держите вора»? Почему нет?
Так потому что они сами варьё. Ну, смотрите, в данном случае я что хотела бы, чтобы вы уточнили. Президент, он без конца возмущается тем, какие препоны чинят ему власти, как ему сложно работать с ограниченными возможностями, полномочиями, какая несправедливость творится кругом. И все грозил и грозил и грозил, что вот-вот-вот-вот-вот-вот он выведет людей на улицу, на улицы, даже так скорее, и покажет, кто в этой стране сила. Мой вопрос, коль скоро вы затронули эту тему, почему это не происходит? Комментировать этого пустозвона. Не хочу я комментировать его. Давайте о чем-то другом или как-то иначе вопросы будем расставлять. Про протесты не хотите? Нет, про протесты я готов, но не только вот что ссылаясь говорит на его Игорь заявление. Дадон. Он говорит, что вот не хочу я, что он говорит. Слушай. Просто скажите, согласны вы или нет с этим. Важно все-таки, чтобы люди тоже понимали ситуацию. Почему не выводит он людей на протесты? Дадон говорит, что это грозит дестабилизацией ситуации в нашей и без того расколотой стране. В эфире ТАСС он это сказал. Простите, в интервью ТАСС он это сказал. Сейчас протесты грозят расколу в обществе дестабилизации в стране. А кто расколол страну? Она была расколота. Нет. Он когда дал согласие идти избираться президента по неконституционному решению, он знал, что будет расколота страна? Или не знал? Если не знал, то он дурак, значит, и народ избрал дурака президента. Почему он согласился идти избираться по неконституционному? Конституционный суд не имел права изменять порядок избрания президента. Президент избирался парламентом, а не прямым. Почему они изменили своевольно? Почему? На каком основании? Я уже 100 раз говорил. Да, вы говорили об этом множество раз. Я 100 раз говорил, что Конституционный суд не имеет права. Он имеет право трактовать, но не менять Конституцию. А он согласился идти по этим правилам. А сейчас ходит и стонет, ходит и воет, ходит и сказал бы я еще что-то. Вот. Что вот не а что так? Ему остается делать, скажите? Сложить полномочия. А как они его мордой об пол уткнули вот с этим министром обороны? Он даже себя не уважает, не то что молдавский народ, который, или тех избирателей, которые они обманули и которые за него голосовали. Он даже себя не уважает. Уткнули его, это самое, так сказать, носом. То есть на его месте вы бы подали в отставку? Да, по-моему, не только я бы подал в отставку. Любой уважающий себя человек это сделал бы. Без раздумий. Он видит в ином выход из сложившейся ситуации. Вот почему это свежее заявление. Мне кажется, и в нем есть интересные нотки. Сейчас объясню. Пожалуйста, это важно. Наберитесь терпения. Дадон, это касается и вас тоже. Да, Дадон говорит, что чтобы исправить ошибки, которые сейчас создает нынешняя власть, он готов к сотрудничеству, это цитата, со всеми партиями, в том числе и правыми, чтобы исправить ошибки, да, которые допустила нынешняя власть. А также решать интересы, другие вопросы в интересах народа. Для этого это важно. Например, в будущем парламенте понадобится конституционное большинство, и без них не обойтись. Итак, президент готов к сотрудничеству со всеми партиями в будущем парламенте. Вы читали 2 минуты. Вы мне в передаче должны добавить 2 минуты, что я слушал этот бред. Так, добавляем вам 2 минуты. И не мешал вам читать. Спасибо. Да, спасибо. Не спасибо, вопрос заключается одолжаю. В следующем. Да. Вопрос заключается в следующем. Готовы ли вы тоже сотрудничать в будущем парламенте, а там вы себя видите, я так поняла, с Игорем Дадоном для того, чтобы исправить ошибки, как он выражается, которые допущены сегодня властью. У нас не получается ни с кем сотрудничать, потому что наши принципы, наши позиции, наши цели и наши задачи, которые мы преследуем в парламенте и тогда, когда мы были во власти, они не совпадают, к сожалению, ни с какими концептуальными принципами других партий. Ни с какими. То есть в коалицию вы вообще ни с кем не собираетесь? В коалицию вы вообще ни с кем не собираетесь? С кем в коалицию? Ну что, вы идете в парламент, чтобы в оппозиции оставаться? Это еще неизвестно, что будет, как будет. Мы тогда обсудим, где мы будем, в оппозиции, Чтобы сохранить честь и достоинство и партии своих, свои личные, наших депутатов и наших товарищей по партии, надо иногда поступать именно так. Не связываться ни с кем. Потому что кто его тянул за язык, эту вашу симпатягу, которую вы цитируете с таким воодушевлением, пригласить этого румына в гости, этого президента?
Не успел уехать бывший президент, сейчас другого президента. Для чего? Клаус Йоханнес, он пригласил. Да, что он собирается ему задавать? Он глава государства, ему нужно налаживать диалог с соседями. Он почти в изоляции, как кто-то выразился из гостей. Кто в изоляции? Находится. Дадон. Да вот, ходит целует руку Папы Римского. Он не жмет руки ни румынам, ни украинцам, потому что пока не приглашает. Он ищет выхода из ситуации, это понятно. Нет. Вернемся к вопросу о коалиции. Нет, политики, хотя говорят, что здесь есть много разных вариантов, все так говорят, но это говорят несерьезные люди. Политики нельзя так. Сегодня ты говоришь так, завтра говоришь иначе и так далее. Нам кажется, что вот народ не замечает. Ну, бывает, вот я говорил даже вчера на партсобрании, нам говорили люди, что они все это понимают, все это слышат, все это они осознают, то, что происходит и почему происходит и так далее. И мы не можем брататься с кем-либо, что-либо. Но теоретически вы готовы рассмотреть такое сотрудничество? Есть в парламенте ситуации, когда вопросы, которые рассматриваются, имеют общенациональный характер. Особенно по отношению к каким-то конкретным лицам, не лицам, а людям. Особенно социальные проблемы. И здесь мы не можем стоять в стороне. Пусть даже это несчастные 100 леев, что они добавили к этой пенсии. Кстати, они добавили 100 леев к пенсии и инфляцию подняли на 2%, которая съела 300 леев, если говорить по потребительской корзине. Сколько человек мог купить вчера и сколько может купить завтра. Но мы все равно проголосовали, поддержали. И так будем и всегда действовать. Но это не значит, что мы должны брататься и коалиции, и блоки, и тому подобное. Блок рождает неправильные законы. А вы вообще ни с кем не готовы в коалиции? Да мы с 1998 года в парламенте и ни с кем никогда не создавали никакие блоки, никакие альянсы, никакие коалиции, ничего. Потому что эти блоки, эти альянсы, эти коалиции создают неправильное поведение в парламенте. Они считают, что их больше, значит, они должны делать, творить, что они хотят и как хотят. Вы же сказали, а вы за парламентскую республику. Таковы правила игры. В том числе, за который вы выступаете. Но это парламентская республика, это не значит, что мы должны объединяться с левыми, коалиции. С левыми, с правыми. Вы же там читали, что они хотят с правыми. Они хотят, да, готовы к сотрудничеству со всеми партиями, в том числе и правыми. Ну, конечно, чтобы да. исправить ошибки, которые допустила нынешняя власть, сказал Дадон. А вам можно вопрос тоже задать? С или только я должен отвечать? С удовольствием. Скажите, пожалуйста, а вы как признаете по своей доктринальной оценкам, качествам демократической партии. Она какого, на какой стороне она находится? На она левой партия или власти для меня все. Нет, это сегодня методом подкупа, шантажа. А вообще доктринальная она какая партия? Для меня это условное название. Левая, правая, демократическая, так коммунистическая. Так вы не уходите от ответа. Кажется, что скажите, партия, она левая или правая? Она не левая, не правая. Я не ухожу от ответа. Вот это, по-моему, это самый точный ответ. Она никакая, не левая, не правая. Угу. А при чем здесь? А на самом деле она правая. Я не при чем? Так слушайте меня внимательно. А при том, что Дадон давно с ними, с демократами, с правой партией. Что ему еще там писать? Это уже давно известно всем. Когда он говорит, что готов к сотрудничеству, то он там, в том числе с правыми, он имеет в виду демократов? Он там выполняет роль прислуги. Когда что-то надо, демократы у них не получается, они берут за шею, за горло или за что там берут этого вашего симпатягу. Да, да, вы так решили выразить. Неконституционного президента. Угу. Вот. Не, ну что, вот только вы меня будете это сам. Все в порядке. Да, мы же здесь на равных. Да. И он получает указания, приходит, собирая свою братву в парламенте, и они все дружно поддерживают демократов. Uh-huh. Это уже было сколько раз. Это уже все видели, все... Это же не я один только наблюдаю. То есть в парламенте масс-медиа все видит. Все. Uh-huh. Да. Но это вы говорите за него. Все-таки, чтобы я не вас Нет, не понимала Нет, это вы за него превратно. Говорите. Я даю оценку. Я его цитировала. И чтобы я вас превратно не понимала. Итак, с социалистами в следующем парламенте вы не будете создавать коалицию. И ни с кем бы то ни было. Я это поняла из вашего ответа. Социалисты обманывают народ каждый день. Они ничего не выполнили из предвыборных обещаний. Они врут. Они украли у нас избирателей методом обмана. И я хочу, чтобы социалистов и будем бороться, и будем работать так, чтобы социалистов в следующем парламенте не было. В этой сенсации хотели услышать. Это не сенсация. Это приговор им. За то безделье, за то примитивизм, который они, так сказать, проявляют.
и за тот обман народа, который не совершили. Не хочу показаться назойливой, но не видно, чтобы вы что-то делали для того, чтобы ваш электорат к вам вернулся. Вы вот ведете передачу один день, потом берете себя отгул 5 дней. Давайте один из этих дней я вас приглашаю вместе со мной поехать на одно из отчетно-выборных собраний. Какой район вы скажете или какой я вам предложу. Хорошо, это интересно. И вы послушайте. Чтобы я посмотрела, что там происходит. Да, я бы очень хотел, чтобы вы лично. Ну, что, вы имеете задачу меня это самое провоцировать и не верить в многих случаях. Ставить под сомнение. То, что я говорю. А я хочу, чтобы вы увидели живых людей. Давайте сделаем это перед следующим эфиром. Вот когда мы с вами договоримся о следующем эфире, накануне эфира, и с удовольствием вы приму ваше приглашение. На полгода. Ни в коем случае. Слава Богу, что вы и мы обсудим то, что ноября. Мы там увидим и услышим. Честно, договорились? Я надеюсь, что все. Вы не забудете об этом. Не, но с вашей стороны это будет? Да, перед эфиром следующим мы с удовольствием это интересно. А когда вы следующий? Пройдет какое-то время, накопятся события, которые ну, необходимо обсудить. Ну, до ноября 2018 он состоится, наша совместная встреча в эфире? Я уверена в этом, что состоится. Хорошо, тут по рукам, как я поняла. Еще один вопрос, который хочу обсудить с вами. Референдум по отставке Дарины Киртуака вы не бойкотируете, в отличие от других формиров. Опа, откуда? Что? Что? Мы первые заявили. Что вы заявили? Мы заявили, что мы за то, чтобы люди вышли на референдум. Правильно. Не дай бог, чтобы люди сидели дома в этот день. Вы не бойкотируете, я это сказала. Как вы это? Призываете людей участвовать. А как еще бойкотировать? В голосовании. А как нет, вы... вы, наверное, неправильно меня поняли. Неправильно. Все верно. Наверное, вы неправильно выразились, а я неправильно понял. Все возможно. Итак, вы призываете людей принять участие в референдуме по отставке Дарины Киртуак. Да. А, вот, да, извините, я вас неправильно понял. Мы призываем людей выйти в этот день и голосовать против этого Киртуака, чтобы его убрать с мэра города. Не смущает ли вас вот какой момент, что сам Дарин Киртуака не принимает участие никак нет, в этом референдуме? Он не может защищать себя, участвуя в телепередачах, например, меня смущает в дебатах вопрос. Каких-то. Его фактически нет. Какой-то референдум без него. А его и не было 10 лет. Вы все время к справедливости взывали. Это разве справедливо? Да. Его и не было 10 лет. Кто из горожан чувствует, что у нас есть мэр города, что у нас есть хозяин? Кто? То те, которые у него получали земельные наделы, ходят те, на которые улицу, приобретали бесценок за один лей, те, которые разрушили, разукомплектовали, разбомбили этот я, город. Я, как и вы, пойду на этот референдум, потому спасибо. Что я житель этого города, я говорила об этом на эфире, господин Болев взял с меня обещание. Вы пойдете как журналист или как избиратель? Я пойду как житель города Кишинева. Правильно. Да, с меня почему-то политики правильно. Обещали. Вот слушайте, люди добрые. Нет, это уже звучало в эфире. Да, тут сенсации никакой нет. Но меня как журналиста смущает другой момент, что сам Дарин Киртуак и физически не участвует ни в каких дебатах. Его фактически лишили слова, и это кажется мне несправедливым. Он не может себя защищать. Справедливо. Не тоже несправедливо. Неправильно то, что затянули судебный процесс так долго. Давным-давно надо было закончить судебный процесс и в соответствии с тем, что он совершил, влепить ему нужное количество лет, и пусть он сидит там, где не голосует вообще. Вот как надо было. А несправедливо? Что несправедливо? А заниматься гадостями хватило мозгов, а делать нормальный современный город не смог за 10 лет? Ничего. Ни одной улицы, ничего. Меня смущает другое, что известные люди, которых все мы как бы уважаем за их творческие вклады и так далее, выходят в шляпах с розочками и начинают за него агитировать, и начинают за него это самое просить, что, мол, он такой-сякой. Да он никакой, нулевой. Это что за известные люди в шляпах с розочками? Я никого не принимаю. Вы, кроме вашего канала, еще что-то смотрите? Стараюсь. Смотрите. Скажите, про кого вы говорите? Смотрите. Ну, скажите всем. Да я, уважаю этих, я уважаю этих людей за их творчество. Я не хочу, так сказать, как это по-молдавски, бламат, дипломат. Кто-то из артистов, вы хотите сказать? Да, из этих, из знаменитых людей. Я поняла. Не политику. Политики не бывают знаменитые. Политики бывают известные. Итак, подводя черту под сегодняшним эфиром, потому что время наше истекло. Что, уже? Да. Там вы обещали еще 2 минуты.
Обязательно. Вы на что собираетесь их потратить, интересно? Да. На что вы их потратите? На поздравления. А, хорошо, тогда в самом конце. Вы видите себя в следующем парламенте, все вокруг плохие, только вы, коммунисты, хорошие, поэтому вы рассчитываете это вы на... Это вы так поняли? Да. Это то, что примерно к чему сводится наша сегодняшняя беседа. Надо попить воды. Попейте, пожалуйста. И вы рассчитываете на волю случая, что победа сама приплывет к вам или упадет к вам в руки. Во всех случаях или только на передачах так выворачиваете наизнанку? Вам бы сложно по жизни будет идти. Я же, Владимир Николаевич, делаю это не ваше отсутствие, а вашем присутствии. Давая вам возможность говорю, сказать невозможно, что я так... не права. Ну, и перед всеми так выворачиваете наизнанку? Все, что мы говорили целый час? Если я скажу, я рассчитываю это субъективно. Если я бы рассчитывал так, мы бы не сидели в этой политике, мы бы давно отошли. Вот. Я рассчитываю все-таки на то, что наши люди поймут, почему они в таких нечеловеческих условиях живут. И сделают правильные выводы на предстоящих выборах. Вот я на что рассчитываю. И за что я буду бороться весь этот 2018 год. Угу. Вот это я бы хотел, чтобы был финалом нашей передачи. А не так, вот есть у вас кто-то, нет у меня кого-то. Работаете вы, не работаете мы. Да, если медийное пространство закрыли наглухо и так далее, и никого не пускают, ничего, то, конечно, раз бы как бы нет. Так все хотят. Более того, даже некоторые ваши коллеги пишут, что коммунистов уже вообще нет уже. Угу. А что они пришли в зал, где 1000 человек? У нас на самом деле один общественный телеканал. Вам ничего не мешает открыть свой телеканал, как это делают другие партии, и финансировать его? Да, за счет чего? Кого? А как вы это делали? А мы что, воровали миллионы? Мы что, воровали миллионы? Мы, так сказать, имели эти самые дела, что они имеют, что они занимаются и так далее. Лицензии у нас выдаются. Что, не знаете, сколько стоит существование одного телеканала? Знаю, но вам это удавалось тогда, когда вы находились у власти. Ничего подобного. Канал НИТ был до нас за 20 лет. Угу. Ну хорошо, я думаю, что у всех память свежа, но события не столь далекие. Я обещала вам 2 минуты. Пожалуйста, Владимир Николаевич, 2 минуты в завершение. Я опять возвращаюсь к теме Великого Октября, потому что таких эпохальных событий в истории человеческой цивилизации не было. Вот как эта социалистическая революция, которая привела к власти рабочих и крестьян. И это была самая справедливая власть по сравнению со всеми теми, которые были на протяжении, по крайней мере, 2000 лет от Христа. Вот. А чтобы ответить вам, в конце концов, и на ваш вопрос, чем мы занимаемся, то я вам хочу сказать и другое. Есть известная песня про революцию, в которой есть такой припев. Есть в революции начало, нет в революции конца. Что это значит для наших дней? Для наших дней это значит, что революция продолжается. Нет конца у революции. Так оно и будет. Хорошо. Посмотрим. Спасибо вам за этот эфир. Я помню, о чем мы договорились перед следующим эфиром. Обязательно съездить с вами в территории, чтобы посмотреть, чем вы занимаетесь изо дня в день, как проходят ваши встречи, не знаю, то ли с избирателями, то ли с... Но не позже середины декабря. Не позже. Так, какого года? Этого года. А, вы так скоро собираетесь? Нет, дело в том, что у нас идет отчетно-выборная кампания. Мы ее в середине декабря заканчиваем. А я хочу, чтобы вы слышали, как люди говорят на этих отчетных собраниях. Или на отчетных конференциях районных комитетов партии. Я прямо вам скажу, я очень хочу побывать, наверное, на вашей встрече с избирателями. Вот если бы это мне еще предупредили проще о таком событии, то да, тогда бы мне было интересно, как воспринимают люди, о чем они вас спрашивают. Я вас приглашаю в субботу, в эту субботу. Я еду на встречу с избирателем. В эту субботу не получится. Получится. Субботу... Нет. Отменяйте знаю, все и едем на встречу с избирателями. Здесь недалеко и по хорошей дороге. Единственной хорошей дороге. Спасибо. Вот не в эту субботу, в другой раз, перед эфиром вновь. Нужно, чтобы впечатления были свежие, чтобы мы с вами помнили, о чем шла речь. Спасибо вам еще раз.
Вам спасибо за приглашение, что вы наконец-то вспомнили обо мне, да еще в канун такого величайшего исторического события. Спасибо. Мы о вас всегда помним. Вы 2 недели назад были у моего коллеги Георгия Гонца в эфире. Спасибо еще раз, что пришли. Вы смотрели программу «Главное» я вела, я, Мария Левченко. Встретимся через неделю. Всего доброго.